Нью-Йоркский Брайтон готовится к Новому году. А за продуктами к праздничному столу и подарками в Бруклин съезжаются даже из других штатов. И в этом нет ничего странного, как убедилась Юлия Райдлер, побывав в одном из фирменных магазинов с убедительной репутацией. Безусловно, Новый год – любимый праздник, и он уже стучится в дверь. Чтобы накрыть вкусный праздничный стол, мы отправляемся в магазин гурманов. Специально к Новому году магазин гурманов приготовил праздничное меню. Широкий ассортимент мясных, рыбных, овощных блюд, приготовленных в духовке и на гриле. Изысканные холодные закуски, салаты, морепродукты, русская, французская, японская кухни в лучших традициях. У нас будут и утки, и гуси, и рыба на гриле. Вы знаете, будет столько всего интересного, что, мне кажется, мы сможем удивить. Удивить вас в магазине также смогут огромным количеством сладких подарков, которые уже ждут своих покупателей. Вкусные подарки всегда в цене и у детей, и у взрослых. Мы предлагаем огромный праздничный ассортимент, подарочные наборы, конфеты, выпечка, торты. И принимаем заказы на оформление праздничных продуктовых корзин. Приходите к нам. Магазин гурманов предлагает 10% скидку на оптовые закупки продуктов для офисов и малых бизнесов. За деталями обращайтесь в менеджмент магазина. Также принимаются заказы на корпоративные вечера, домашние застолья и другие праздничные мероприятия. Сейчас перед Новым годом я так оцениваю, где закупать продукты на Новый год. Наверное, приду сюда. Я собираюсь купить здесь к Новому году много подарков. Также готовую еду для всей семьи. Еда здесь очень вкусная. Магазин мне очень нравится. Продукты всегда свежие, хорошие, отношения хорошие. Кулинария вообще просто класс. Поэтому на Новый год не буду терять времени и основную массу продуктов куплю здесь. Нам очень нравится в этом магазине все, поэтому мы придем покупать сюда продукты к новогоднему столу. Хорошего Нового года! 25 и 30 декабря в магазине гурманов вас будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, приводить детей, внуков. Отличные праздничные фотографии и сладкие подарки для детишек, безусловно, порадуют всех. Я хочу поздравить всех жителей этой страны с Новым годом. С наступающим, пожелать всего самого доброго. И если вам нужны продукты к новогоднему столу, пожалуйста, только в гурманах. Вкусного и счастливого Нового года вам желает магазин гурманов. Юлия Райдлер, Марат Насибуллин, НТВ Америка, Нью-Йорк.